Credit International, я вас слушаю. Сотню разобьете? Конечно. Что еще могу для вас сделать, сэр? Сейчас вас будут грабить. А? Это ограбление! Эй, вы что тут делаете? Глаза разуй, друг. Банк выносим. Один банк. Вам нужен сейф, верно? А вас прислали за банкоматами. Может быть. Тогда в чем проблема? Два ограбления. Мы что, в натуре грабим один и тот же банк? Ага. Почему нет? Да он псих. От сценаристов «Мальчишника в Вегасе». Значит так, банк открывается в 5 утра. К этому времени мы с коллегами улетучимся. Не пытайтесь сбежать и не шумите. Самые жалкие залоги из всех, что видел. Мы выбились из графика. Номер 3 – конченый психопат. Плюс 2 колхозника внизу. С пластиковой взрывчаткой. Вы сколько банков до этого грабили? Да хрена, кучу. Что ты делаешь? Ищу выход отсюда. Они обещали убить нас, если сбежим. Черт, да я тебе нравлюсь. Ничего подобного. По уши втрескалась. Неправда. Как девчонка. Я даже не думал, что у меня есть шанс. Все так расстраиваются, когда красивая тёлка выпиливается, когда страшно, всем похрену, невелика потеря. Среди нас маньяк, и он будет убивать снова. Это ты грохнул красивую тёлку? Нет. И, видимо, это не вы, уроды, тоже. Я. Что происходит? Есть только один вариант. Это не ограбление. А спланированная засада. Да ладно. Они хотят завалить нас, а мы завалим их. Крутой план. Нам не выбраться отсюда живыми. Что такое? У меня в башке 1000 мыслей вертится, а ты хочешь, чтобы я целовался с упоением и сгибаешься? Умоляю, только не на толчке. Мухоловка. Мы дочке брекеты ставили, 9 косарей отдали. Ты чё, это мы еще преступники? Надо было в дантисты идти.